оружие, Desert Eagle, 10 рублей в день. Я тебе как, сука. Так, World of Warcraft. 72 уровень. Ну, про Грифона я уже рассказывал, я его еще давно купил. Между прочим, North Skull прилетел на North Skull, и я думаю, с чего бы начать. Ну, пока попутно буду выполнять квест. Вот мне парочка защитников Зиккурата еще надо убить. Собственно говоря, будет выполнен квест. Ну, первое, что я заметил, вот они, собственно. Первое, что я заметил, на этой карте, да, сущность озера ледяных оков, баф. То есть, количество опыта на 5% увеличивается. И если вы не просто убиваете монстров, а в подземелье, например, куда-то идете, да, в местное, нордскольное, вам тоже 5% к опыту дают. Вот, что тоже помогает быстрее подниматься по уровню. Да, быстрее качаться. Также могу сейчас показать, у меня кожевничество слабо развито достаточно. И снятие шкуры, у меня искусник, видите уже. Тоже тут шкуры такие. Ах ты черт, шкуры можно нормально поснимать. Ну видите, я всех врагов ваншочу, то есть это не проблема. Я уже давно это заметил. Когда я еще на предыдущих локациях был, да, я всех противников ваншотил. Вот, собственно говоря, как и тут. Что угодно. Угодно сдать квест. Броню мне, как обычно, херовую дают. То есть... Да, херня. Ну, это разве что на продажу. Еще квест. Отыщите... До встречи. Отыщите кого-то. Отыщите Тасариана. У меня просто квест был. Цепочка квестов, точнее. Найти какого-то чувака, да? И Тасариан его зовут, я так понял. И вот, собственно говоря, вот он где-то тут, я так понял. Попробуем отыскать. А, внутри он где-то тут. Черт, он где-то тут внутри. А, вот какой-то чувак. Человек, рыцарь смерти 71 уровня тут стоит. Во-во-во. Че тут за хи... Во-во, Тасариана нам надо было найти. И что дальше? Тасариан, рыцарь смерти. Смотрите, вот North Skull, это же земля этого Артаса, да? Лича, он еще в падении короля Лича его ввели, да? Вот он, собственно говоря, Тасариан, рыцарь смерти. Меня его сестра типа попросила найти. Лириса ищет меня, да. На этом все. Кстати, я вам отмечу, что достаточно много опыта дают за квесты. Где-то 12-13 тысяч. Правда, мне и по 16 как-то давали, это не особо много, ну нормально. 12 это 13 примерно. Так, для болтовни над времени, бла-бла-бла. Отправляйтесь на стоянку смерти и скачите на сумраки к месту, где находится талисман Танатал. Добудьте его и принесите Тасариану. Видите, я так понял. Я так понял, что Тасариан. Он типа рыцарь смерти, но он типа добрый, да? То есть он убивает вот эту штуку. Могучая власть крови. Увеличивает урон и лечение членов группы. Радиус 30 метров. Ух ты. Смотрите. Что следующее? Следующее мне сейчас надо, короче, накопить, чтобы... Я могу выучить верховную езду искусник, но она 4000 стоит, насколько я помню, прикиньте. У меня просто 4000 и в помине, блядь, не было. Вот, то есть надо накопить 4000. Смотрите, прикольно, я могу заскочить на этого. Смотрите, прикольно как. А, он сам скачет. Видите, это сумрак. Конь этого, рыцаря смерти. Кстати, заметьте, я сейчас на клавиатуру не нажимаю, я сам скачу. Видите, за мной враги гонятся, но сделать нихера не могут. Пиздец, я всех сагрил. Это вообще так и должно быть, нет? Ну ладно. Опа-на. Ни хрена себе червь. Ну видите, мне никто не дамажит, пока я бегу. О, прям по воде, что ли? Я думал, он по воде сейчас проскачет. Опа-на. Ледяная филактерия. Ох ты. Опасно.
Мамонт тут какой-то прискакал. Ни хрена себе, опасно, опасно. Так, шкуру с мамонта соберем, про что я, собственно, и говорил. Отлично. Чё, конь наш пропал куда-то гнедой. Ну ладно. Пойдем выполним квест. Видите, тут целый зукерат такой. Закерат. Унежить. Стонущий зиккурат. Да, сдать квест. Подстройте 20 несчастных случаев, в которых пострадает плеть в храмовом городе Энкила. Ух ты. По просьбе Тасариана. Видите, подстраивать, подстроить. Ничего себе, подстроить несчастный случай. Что-то изи. Видите, я вам шучу всех. Я понял, просто убивать надо, короче, я понял. Видите, мне даже помощник отдали, Лурида, но он мне не нужен. Ну да, все сводится к тому, что просто убивать врагов надо. Все, вот и выполнили этот квест. Полетим, сдадим теперь. Да, достаточно длинный, то есть... Чё за хуйня? Птица какая-то напала на меня, ну не обращаем внимания. То есть есть просто одиночные квесты, да, а тут что-то прям длинная цепочка. Сейчас на длинную цепочку квестов напоролся. Сейчас сделаем. Так, опять же, предлагают выбрать один из артефактов, но ни один из них мне нахрен не нужен. Ну, самый дорогой просто возьмем. А, по поручению Тасариана, который находится у Станущего Зиккурата, отправляйтесь в храмовый город Энкила и раздобудьте свиток Верховного Жреца. Так. Короче, свитки какие-то. Ну что ж, идем. Сделаем. О, вот у меня 73 уровень апнулся, кстати. Так, где-то тут должен быть босс. Вот прям где-то тут. Загадочная паутина. А вот он и ожил. Изи. Легко враги крошатся, конечно. Давайте к следующему. Вот он, Верховный Жрец. Опять же, легко убиваемый. И полетели к последней, к нашей жертве. Шпиль по... Видите, жук. Верховный жрец жук есть. Ага. Все, можно сдавать. Что? Так, готово. О, видите, 18 тысяч опыта теперь за следующий квест предлагают. Нормально. Отправляйтесь в храмовый город Энкила и отыщите сферу телепортации под парящей цитаделью Наксанар. Используйте сферу, чтобы попасть на вершину цитадели. А, хотите, я прикол расскажу, что у меня же грифон есть. Я и сам могу попасть
на вершину. Вот мне, видимо, вот про это говорят место, да? А я ведь и сам могу туда попасть. У меня ведь грифон есть. Да, видите, я не могу туда сам попасть. Мне надо обязательно по квесту этот камень телепортации какой-то найти и с помощью этого камня туда наверх попасть. Видите, я сам не могу. Не засчитывается, я так понял. Пиздец вообще этот квест, я еле понял, еле разобрался, как его делать. Вот, нашел этого Тасариана. Вот откуда идут приказы для всех приверженцев культа, вот откуда. Так, давай сделаем этот Тасариан, сейчас или никогда. Убивайся, смотри. И сейчас, походу, босс какой-то придет, я так понял. Пиздец, этот квест запутанный, я еле телепорт сюда нашел. Пиздец, просто гейм-дизайнер охреневший. Так, вон, смотрите, проекция короля лича. Конечно, это всего лишь проекция. Сам король лич — это эпический босс, я даже до него не дошел еще. Видите, проекция его, короля лича. Кстати, если вы за рыцаря смерти играете, то вы лично сможете встретиться с ним, конечно, с королем личом. Принц Валанар, видите? Прислуга. Наше проникновение в энергетическое здание Альянса и установление контроля над ним идут полным ходом. О, видите? И что дальше? Власть, которой ты облёк меня, даровала мне безграничное влияние на человеческие умы. Прими эти дары как свидетельство. Смотрите, еще тут целый фильм, блядь, мини-фильм. Приветик. Лириса — это сестра этого чувака Тасарианы. Что ты встретиться с тобой, большая честь. Ты грязная эльфийская тварь. Грязная эльфийская тварь. И что будет-то? Да, это удивительно, Тасариан. Я не получал известий от Макрейна и других рыцарей смерти уже несколько месяцев. Как я понимаю, ты пришел воссоединиться с плетью. Не, походу, не совсем. Я скорее перережу горло самому себе. Ты заплатишь за то, что сделал со своими людьми, Артас. За то, что ты сделал со мной. А, он, походу, эту сестру заколдовал его. Не думаю. Не подведи меня, Санлейн. Либо вернись в ледяную корону с головой этого глупца, либо не возвращайся вовсе. Сейчас посмотрим. Да, мой господин. Да, он, давай. 22 тысячи хп у этого чувака. Когда-то давно это было бы тяжело, а в наше время это уже легко, видите? Что со мной? Очень легко все делается. Что это? Этот вообще упал, но не умер. Я думала, ты умер. Так, надо квест сдать. Я не могу вернуться с тобой, Лириса. Я еще не разделался с плетью. Не оставляй меня опять. Ты хочешь сражаться за свою страну, но страна этого не хочет. Тебя новое оружие хорошее. Вот и все, цепочка квеста сделана. Я выполнил свой долг перед страной и королем, но есть кое-что, в чем я поклялся самому себе. Ты уже принял решение, я не смогу тебя переубедить. Ну что ж, давайте досмотрим. Хорошую мне пуху дали. Не тревожься, Лириса. Ярость неистового дракона. Охрененная. Меня на пути к единственным близким людям, которые у меня остались. Ни хрена себе, смотрите. А как это так, смотрите?
ПВЕ это и ПВП, а как это они этого пиздят моба? Ордынцы, кстати, ордынцы. Ну, у Орды свои квесты, конечно, я понимаю. Ладно, вот, как-то так, как-то так. Скоро и мы тоже за Орду будем играть.